История с упавшим в субботу российским беспилотником на территории Резекинского края набирает обороты. В понедельник руководство Национальных вооруженных сил на пресс-конференции заявило о том, что беспилотный летательный аппарат типа «Шахид» был оснащен взрывчаткой. После падения беспилотник был деактивирован и в настоящее время проводится его тщательный анализ. В связи с этой ситуацией в обществе возникает масса вопросов. Главный из них – почему просмотрели и могут ли жители Латвии чувствовать себя сегодня в безопасности. В свою очередь, у самоуправления Латгалии тоже возникли многочисленные вопросы, но уже к Министерству обороны в связи с тем, что оно якобы игнорирует местные муниципалитеты. Когда речь идет о неспособности Министерства обороны вразумительно и своевременно объяснить, что произошло, то это уже трагедия. На мой взгляд, министру не следовало скрывать то, что произошло, и делать из этого какую-то тайну от жителей и руководителей самоуправления, большинство из которых являются и председателями комиссии по гражданской обороне. Парадокс этой ситуации заключается в том, что до этого момента ни с одним из самоуправлений Латгалии, по крайней мере, с Даугавпилсом, и с комиссией по гражданской обороне никто из Министерства обороны официально не связывался. Никакой информации у нас нет. И что самое безумное, председатель самоуправления, он же председатель комиссии по гражданской обороне, узнает об этом из социальных сетей и СМИ. То есть со стороны Министерства обороны напрочь отсутствует коммуникация в случае возникновения кризисной ситуации. В то же самое время руководство Национальных вооруженных сил сообщило о том, что появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию, поскольку целью дрона была не наша страна. И на протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами по НАТО следила за ситуацией. Дрон залетел в Латвию со стороны Республики Беларусь. В свою очередь, министр обороны Андрис Прут заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на проникновение на территорию нашего государства российского беспилотника. С понедельника на улице Даугавас начались дорожно-строительные работы. В этой связи до 13 сентября с 8 до 17 часов движение автотранспорта от моста Венебас до кругового перекрестка на улице Цветокшни осуществляется только в направлении Даугавпилсской крепости. В течение указанных дней на данном участке улицы полностью будет заменено асфальтовое покрытие. Ремонт второй полосы дороги не предполагается. По словам экспертов, ее техническое состояние соответствует всем нормативным актом. Что касается объездных путей, то въехать днем на мост можно по улицам Цветокшня и Имантас. В свою очередь, автобусное сообщение осталось неизменным. Водители просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Семеро студентов Даугавпилсского университета заявили о своем желании стать стипендиатами самоуправления Даугавпилса. Эта возможность у них появилась после принятия решения депутатами городского самоуправления о финансировании потенциальных учителей физики, математики, биологии, химии, компьютерной грамотности, дизайна и технологий, которые после окончания высшего учебного заведения должны будут в течение 5 лет проработать в одной из школ Даугавпилса. Самоуправление намерено выплачивать стипендии 10 студентам, поэтому до конца сентября у молодых людей, которые проходят обучение на вышеупомянутых программах, еще есть возможность подать заявку на присвоение им муниципальной стипендии. Обращаем внимание, стипендиатом городского самоуправления могут стать студенты Даугавпилсского университета. Размер ежемесячной стипендии составит 200 евро, но для ее получения необходимо учиться не ниже, чем на 7 баллов. Даугавпилсская спортивная школа и Даугавпилсская футбольная школа объявляют набор новых учеников. До 30 сентября любой ребенок или молодой человек может стать частью спортивной семьи города и начать заниматься одним из многих видов спорта, предлагаемых учебными заведениями. В настоящее время открыта запись на волейбол, баскетбол, хоккей, каякинг, биатлон, бокс, греко-римскую борьбу, вольную борьбу, легкую атлетику, плавание, гимнастику, спортивную гимнастику, а также футбол. Создаются как новые группы, так и дополняются уже существующие. В основном это дети от 6 до 8 лет. Они приходят в новые группы. А еще происходит дополнительный набор уже существующие. И молодые люди, преимущественно до 20 лет, могут записаться в спортивную школу по конкретному виду спорта в уже существующие группы. Мы также утвердили неформальное обучение в Даугавпилсской футбольной школе. И на данный момент туда принимаются дети по образовательной программе,
годами по интересам от 3 до 5 лет. Это детвора 2019, 2020, 2021 годов рождения. Они могут прийти в спортивную школу и включиться в тренировочный процесс, а именно непосредственно в футбол. Если ребенок хочет подать заявление, то родители должны написать его и подать в спортивную или футбольную школу. Один ребенок, если позволяет его физическая форма, может также заниматься одновременно несколькими видами спорта. В большинстве случаев достаточно только желания. Единственный вид спорта, где происходит отбор, это плавание. И этот отбор состоится 14 сентября в 12 часов в бассейне Даугавпилсского олимпийского центра. Главный критерий – ребенок должен уметь плавать, поскольку тренировочный процесс преимущественно происходит в большом бассейне. Доплата родителей в зависимости от вида спорта составляет от 15 до 20 евро в месяц. Однако первые 4 месяца бесплатны для всех воспитанников начальной подготовительной группы. От оплаты освобождаются ученики, находящиеся на опеке или помещенные в приемные семьи, а также юные спортсмены из малоимущих или малообеспеченных семей, дети-сироты, члены сборных Латвии и не только. Скидки в размере 50% будут применяться для каждого обучающегося из многодетной семьи и в размере 25% для каждого воспитанника, если по образовательной программе обучение проходит двое детей из одной семьи. Информацию о зачислении на программы спортивного образования можно получить на страницах Управления по делам молодежи и спорта, Facebook, Instagram, а также в Даугавпилсской спортивной школе и Даугавпилсской футбольной школе на сайте самоуправления daugavpils.lv, а также по телефону 298-69-342. Минувшие выходные в Даугавпилсе прошло знаковое событие, в частности для людей, которые занимаются таким видом спорта, как карате. Именно с ними провел мастер-класс самый титулованный каратист в истории спорта, серебряный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион Европы, победитель 9-х Всемирных игр и Всемирных игр боевых искусств 2013 года, чемпион Европейских игр 2015 года и игр Исламской солидарности 2013 2017 годов, а также действующий чемпион полусреднего веса в бойцовской лиге карате-комбат и заслуженный мастер спорта Азербайджанской республики Рафаэль Агаев. Он является обладателем 5-го дана, и в мире карате его называют не иначе, как бриллиант мирового карате. Хотя в 6-7 лет он навряд ли мечтал о таких вершинах. Когда я был маленький, я любил драться на улице, я посмотрел кино «Брюс Ли». А когда же я сам себе узнавал, уже я думал, мне надо профессионально тренироваться. Я могу стать чемпионом мира, чемпионом Европы. Ну и так занимался. Моя семья мне очень помогла. Мама, папа, братья и друзья. Рафаэль Агаев отмечает, что карате – это очень тяжелый вид спорта. И дело даже не в физической форме. В первую очередь, это философия жизни каждого каратиста. Карате очень-очень трудный спорт. Карате не только спорт, это философия, это там вообще все есть. Я думаю, как вам сказать, что мне было трудно. Я 33 года занимаюсь карате и каждый день я учусь. Именитый спортсмен не считает, что интерес к этому виду спорта угасает. Просто случайные люди в него не попадают. Если не было интересно, но Латвия сегодня 230 человек не было в моем семинаре, но жаль, что это один день будет. Безусловно, встреча с великим спортсменом – это всегда знаковое событие, и, возможно, для юных каратистов это станет началом для создания своей профессиональной спортивной карьеры.